Советский Союз делал все возможное для предотвращения начала Второй мировой войны, предпосылки которой были очевидны еще с момента заключения Версальского мира. Таким был лейтмотив пресс-конференции с участием Сергея Иванова, главы Российского военно-исторического общества. Российское военно-историческое общество было создано в том числе и для противодействия попыткам исказить историю, рассказал Иванов о якобы существовавшей договоренности о разделе Польши между СССР и Германией в рамках пакта о ненападении. Делить Польшу мы точно не собирались, потому что в самом договоре есть одна очень хорошая фраза. Там сказано: в случае территориальных изменений в Восточной Европе. То есть, если бы они наступили, то наступили бы такие последствия. Если бы они не наступили, то последствия были бы другими. Не зря в договоре так и записано. В случае, а не, так сказать, наверняка, давайте разделим Польшу, это территория вам, это нам и так далее. Такого не было. Кроме этого, по словам Иванова, пакт о ненападении позволил Советскому Союзу отодвинуть фактически границы Третьего Рейха, иначе Германия получила бы возможность начать агрессию совсем с других рубежей, что могло привести к катастрофическим последствиям.